канадского бобра была модная нора, двухэтажная, с балконом и с новейшим домофоном. А внутри такой комфорт, второй сына высший сорт. Сорокоплядные ковры, стол из туевой коры, а посуда вся фарфор, антикварный хваст набор, книги западных названий, популярнейших изданий. Тюль из легкого атласа, натуральный пух матраса. Но, к несчастью, тот бобер был расчетлив и хитер. Начал он свой дом сдавать, а держата собирать. Похуднее жила куница, в моей рыбе вереница. А еще был квартирант, заграничный кролик франт. Стал бобер еще скупее. В доме множество зверей. Кто на кухне, кто в гостиной, кто в углу кладовки винной. До того дошли дела. Нету места для бобра. Сам же, значит, он всю прибыль посчитал и свою кровать отдал. Сам же начал жить в коморе, потом в лесу и в поле. В общем, жил он где попало, лишь бы дело не страдало. И не двигаться помногу, чтоб не тратить на дорогу. А еще он услыхал, кислород подорожал. Стало его скупо жать и решил не дышать. Только это дохлый номер. Через 5 минут он помер. А в его квартире чудно, до сих пор тепло и людно. Вот к чему приводит корп, если жадность твой порог.